Олег, малыш, я тебе уже третий раз звоню. Я очень переживаю, где ты? Это Марина. Ира, как только Олег закончит свое совещание, вы не могли бы ему сказать, что я звонила, хорошо? Давно? Надь, возьми. Давай, я сейчас... Проверено, не отравитесь. Вот баранины два. Спасибо. А может, я зря вас сюда привел? Еще будете? Можно было выбрать место какое-то поприличнее. Очень вкусно. Давненько я здесь не был. Почему? Ну, как говорит Марина, не по статусу места. Знаете, у нас в детстве с отцом была традиция. Мы каждый месяц выезжали в центр гулять. И каждый раз заезжали в эту чебуречную. Она такая старая? Ну, не то слово. И постоянно брали по два чебурека и грушевый компот. Верите, нет? С детства ничего вкуснее не ел. А вы знаете, Олег, наверное, это потому, что в детстве все кажется лучше. Может быть, лучше, но скорее значительнее. Может, значительнее. Ну, вы знаете, я сейчас могу позволить себе, ну, если не все, то много. Но это перестало быть событием. Ну, в детстве мама говорила, сынок, через неделю мы поедем покупать мяч. Ну, или там кеды для футбола. Как я ждал этого дня. Как праздник, как Новый год. Благодарю. Наверное, меня жизнь избаловала. Да нет, Олег, думаю, просто другие вещи стали более значительными. Такие, как семья, дети. Может быть. Ну что, вкусно? Очень. Давайте еще по одному. Угу. И компот. Что нам? Зажми. Что, сильный приступ был? Ой, сильнее обычного. Ну, совсем сейчас не говорит. Господи, я дура виновата, отпустила ее подружка. Так, тетянечка, давайте мы успокоимся. Ты, малая, давай тоже не кипишуй. Это все может быть временным явлением на фоне болезни. Ой, твои слова, да богу в уши. Тетянечка, мы не будем плакать. Мы сейчас успокоимся. Никому легче от этого не будет. А завтра с утра ко мне на томографию. Ладно, только пораньше. Я вас без талона быстренько там проведу. Ой, Леночек, спасибо. Понятно. Ну вот. Мы дома. Теперь можете за нас с малышом не волноваться. Да. Спасибо вам за прекрасный вечер. Ну что вы. Это вам спасибо большое. Все было просто замечательно. Да. Да. Ну, я тогда пойду. До свидания. До свидания. А, простите, может быть, вы не хотите чаю? Чаю? Да, с удовольствием. Это ваша фотография? Да. А что, плохо? Да нет. Просто, замечательно. Ты извини, ничего, что я на ты? Да нет, конечно, как вам, то есть как тебе будет удобно. Ты просто талант. Вот, мы сейчас гуляли по Москве. И вроде снег еще не сошел, и налить на улицах. Но чувствуется, что что-то уже изменилось. А у тебя вот весна в воде, в деревьях, в воздухе. Да?
Я как-то не задумывалась, когда снимала. Это просто новый проект для моего журнала. Потрясающий, и так вовремя. Я смогу использовать твои фотографии? Да, конечно. Спасибо, Машенька. Ты просто моя спасительница. Мама! Мама! Что? Марина, что? Звони, звони Олегу! Быстрее! Алло, Олег? Алло, скажи мне, пожалуйста, скажи, ну чем же эта тварь лучше меня? Чем же она тебя соблазнила? Ответь! Извините. Марина, успокойся. Я не буду разговаривать с тобой в таком тоне. Давай я приеду домой, и мы спокойно с тобой поговорим. О чем нам с тобой разговаривать? Я все видела, все, понимаешь? Что ты видела? Все. У меня по всей квартире этой идиотки расставлены камеры. Так что прошу тебя, не делай из меня дуру, пожалуйста. Марина. Ну ты же обещала, Марина. Как ты могла? А как ты со мной мог так поступить? Скажи мне, пожалуйста. Если бы я знала, что все так получится, я бы никогда в жизни, мне этот ребенок 300 лет не нужен, это ты. Ты уперся, это тебе нужны были дети. Марин. Отстань от меня. Что здесь? Кажется, 4. Маринка, что ж ты наделала-то? Простите, я ничего не знал. Да ладно. Я к ним даже уже привыкать начала. Я завтра заеду. Мне нужно доделать кое-какие дела, и я заеду завтра. Хорошо. Вот сама видишь, это октябрь, а это сейчас. Вижу. Как я и говорил, сначала речь, потом движение, а потом... Матери девочки сама скажешь или мне позвонить? Сама скажу. Спасибо.
Она сегодня проходила процедуру. Две отметки стоит. А вот я просто не здесь, а вот на обратной стороне приклеилась. Надо не на обратной стороне, надо вот здесь, в этой графе. Ну, сколько можно говорить? И потом мы... Алло? Маш, привет, это я. Привет. Слушай, у меня плохая новость. У Катюхи область поражения расширилась. Я даже не знаю, как это матери твоей сказать. У меня просто язык не поворачивается. Да, я понимаю, деньги нужны срочно. Слушай, но мне их выплатят точно по условиям контракта после рождения ребенка. Слушай, ну попробуй как-то это объяснить заказчику. Ну им-то какая разница? А у Катюхи каждый день на счету. Да я один раз уже пыталась заикнуться об этом. Сказали, есть условия контракта и точка. Маш, делай, что хочешь, а деньги нужны срочно. Ну, попытайся, по крайней мере, еще раз поговорить с ними. А вдруг, ну, люди они или нет? Хорошо. Давай я попробую что-нибудь придумать. Пока. Ай! Все развивается точно по срокам. Удивительно даже. Вот то, чего вы хотите себя лишить. Вы напрасно сейчас тратите время. Я для себя уже все решила. Марина, но то, о чем вы меня просите, это... Я даже не знаю, как это назвать. Это преступление, это чудовищно. Ребенок может не выжить, он слишком слаб. Для меня сейчас самое главное, чтобы этой девки не было в моей жизни. Но она обязательно исчезнет. Нужно подождать только месяц. Всего один месяц. И тогда у нас будет больше шансов сохранить малыша. Если бы я хотела слышать ваше мнение, я бы спросила, ясно? А я вам не для этого плачу такие огромные бабки, чтобы вы здесь языком мололи, а чтобы делали. Хорошо. Когда? Мне нужно время. Нужно, чтобы Маша успела сдать кое-какие анализы. И ее нужно подготовить. Чем раньше, тем лучше. И для вас, и для меня. Вам понятно? Да, вполне. Алло. Да, добрый день, Ольга Сергеевна. Машенька, здравствуй. Я звоню сказать тебе. А ты не могла бы ко мне заехать? В ближайшее время. А что? Что-то случилось? Просто очередные анализы. А, хорошо. Ольга Сергеевна, я хотела спросить у вас. Вы извините меня, пожалуйста, ну... Просто мне очень-очень нужны деньги. Я не могу как-нибудь получить их вперед, а? А давай-ка ты ко мне приедешь, и мы с тобой все обсудим. Хорошо. Хорошо, спасибо. До свидания, до встречи. Деньги по факту. Я постараюсь провести операцию как можно быстрее. Надеюсь, она пройдет удачно. Ну или не очень. Мне без разницы. Но это же ваш ребенок. Ребенок той, у которой он в животе. А я его знать не знаю. Спасибо. Подъем! Вставай! Утро уже. Ой, ё-моё. Кофе. Спасибо. Слушай, в общем, я не спал тут полночи. Хочу тебе сказать. Да. Если переверстывать проект, решение надо принимать сейчас. Ну... У меня тут есть какие-то предложения.
Сейчас, где мы здесь? А. Знаешь, мне как-то не очень эти предложения. О, ну и... Это что такое? Это арт-проект для этого номера. Весна в отражении. Как-то так. Слушай, это Булин или Войский? Я что-то не узнаю. Нет, ты ее не знаешь. Эта девочка не профи. Да ладно. Я сам был удивлен. Слушай, вот этот талант не спрячешь. Постойте, я же вам сказала, он занят. В полном. Нет его или он занят? Определись. Я же вам сказала, он сейчас не может вас принять. Вот это да. Поймите, он не может сейчас вас... Что здесь происходит? Олег Анатольевич, я ему говорила. Олег Анатольевич. Надо поговорить. Мы знакомы. Я насчет Маши. Ира, вы можете идти? Может, я пойду тоже? Я соберу всех дизайнеров. Ну да, конечно. Там, иди. Это... Виктор. Слушаю. Ну, я это... Что хотел сказать? Дурит она тебя, брат. Не понял. Голову она тебе получит. Мне ты уж можешь поверить, я не первый год ее знаю. Я ее жених. Ну да. Она на меня сначала бросилась, квартиру мне оттяпать хотела. Ну, поняла, что ничего не выйдет. Ну вот, на тебя перекинулась. Ты пойми, от тебя только бабки нужны. А почему я должен тебе верить? Ну, у нее сестра болеет, Катюха. Говорят, может, помрет. Ну, вот ей на лечение деньги нужны. Значит, Катя ее сестра? Ну да, я тебе про что. Катюха болеет, на лечение деньги нужны. Ну вот эта шлюха на тебя и кинула, чтобы твоя... Да как ты смеешь так говорить о Маше? Я поговорить пришел, нормально. Предупредить. Ира! Солидарность. Закажите, пожалуйста, молодому человеку билет на ближайший поезд до Майского. Это Белгородская область. Правильно? И позовите, пожалуйста, охрану. Не надо. Охрана! Еще раз. Увижу тебя здесь или около Маши, так легко не отделаешься. Привет. Почему ты меня обманула? Почему ты мне не рассказала про Катю? По правилам суррогатного материнства, женщина, которая хочет стать матерью, должна иметь одного ребенка. Я не спрашиваю тебя. Почему ты обманул меня тогда, я спрашиваю? Почему ты не рассказала мне это вчера? Неужели ты думаешь, что я бы этого не понял? У меня не было другого выхода, Олег.
Моя сестра очень больна. Я не знала, где найти деньги на ее лечение. Что с твоей сестрой? Рак. Если ее не прооперируют в ближайшее время, она умрет. Сколько нужно денег? А как же контракт? Мне плевать на контракт. Машенька, мне так хорошо рядом с тобой. Ты знаешь, мне даже кажется, что я влюбился. А что, если это просто из-за того, что я ношу твоего ребенка? Нет. Нет. Мне тоже так поначалу казалось. А потом я понял, что это не так. Просто у меня такое ощущение, что я знаю тебя всю жизнь. Мне тоже так хорошо, когда ты рядом. А как же Марина? С Мариной я все решу. И я уже решил. Конечно, то, что вы составили брачный договор до женитьбы, сильно облегчает дело. Но, увы, не решает его. А что мешает разводу? Ну, как я понимаю, вы с женой ждете ребенка. Да. А в договоре есть особый пункт, по которому вы не имеете права развестись, пока ваша жена беременна. Дело в том, что моя жена не совсем беременна. Простите, не понимаю, тут либо да, либо нет, третьего не дано, как мне понимается. Мы прибегли к услугам суррогатной матери. Ах, вот и на что. Как мне помнится, на этот счет особых условий в контракте нет. Тогда я не вижу трудностей в вашем деле. Даже если она будет против. Ну, конечно, конечно. Я составлю исковое заявление. Вы с женой его подпишете. Вашу жену вызовут в суд. Если она не является, вас разведут заочно. Признаюсь, мне эта комбинация нравится больше всего. Мариш, кажется, я нашла единственный правильный выход из всей этой ситуации. Да? Какой же? Надо родить самой. А что я Олегу скажу? Произошло чудо? Боже мой, что такого? Врачебные ошибки случаются очень часто. Мам, ты считаешь себя такой умной? Дети за одну секунду ниоткуда не берутся. А мне нужен ребенок здесь и сейчас. Привет, дорогой. Будешь обедать? Я запеканку испекла. Будешь? Нет, спасибо, я не хочу. Мне нужно с тобой поговорить. Малыш, ну что случилось? К чему такая официальность? Я как раз хотела извиниться. Я в последнее время себя вела просто ужасно. Но это все от нервов. Марина, ты знаешь, в чем ужас? Ужас в том, что кажется только вчера. Ты, наконец, была искренняя. Ну... Возьми.
Что это? Мой юрист оформил документы на развод. Тебе нужно только подписать. Я не собираюсь ничего подписывать. Ты... Что ты выдумал? Я была не права. Ладно. Ты приударил за этой деревенской, но... Из-за этого же не разводится. Марина, ну ты... Ты-то говоришь, как будто вчера вечером ничего не произошло. Как же я буду жить без тебя? Я ведь люблю тебя. Олег, ну какой развод? Ну ты что? Что сделала с тобой эта стерва? Послушай. Я не собираюсь ничего слушать. Ты не понимаешь, что мы семья. У тебя что, крыша поехала? Ты мой муж, ясно? Да разве это семья? Я не позволю тебе уйти. Я не дам тебе развод, понимаешь? Ты что, хочешь выгнать меня из дома, как слепого? Только я. Это единственное, что тебя интересует. Единственное. Ты даже про ребенка не спросила. Потому что тебе все равно, что с ним будет. Марина. Марина. Что с тобой? Марина. 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 Что с тобой? Марина. Марина. И когда будут готовы анализы, доктор? Я думаю, что к утру. Я вам сразу позвоню. Так, давайте уточним. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Значит, все началось с того, что у вас задергалась рука. Да, как будто судорога свело. Угу. Потом вы просто упали ни с того, ни с сего. Вы знаете, доктор, вот с рукой это уже не в первый раз. Вот как? Да. Так, а поподробнее? Ну, бывало иногда. Но это все из-за нервов. Ерунда. И давно у вас это началось? Я не помню. Месяцев 5 назад. Скажите, а в детстве с вами это не случалось? Ну, скажем, лет в 5-6? Нет, вы знаете, доктор, никогда. Нет, конечно, Марина всегда была очень восприимчивой и очень эмоциональной. Но сейчас на нее просто столько свалилось, мне кажется, что это все от нервов, доктор. Ну уж предоставьте это решать мне, хорошо? Марин, могу я вас попросить пройтись? Да, конечно. Хорошо. Угу. Хорошо. Олег! Осторожно! Ай, ноги! 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 Ноги, как будто бы не мои ноги. Господи, что же за мной? Скажите, а ни у кого из ваших родственников раньше это не наблюдалось? Я не знаю. Это что, наследственное, доктор? Нет. Вы знаете, никогда. А по отцовской линии? Я не очень хорошо знаю родственников Марининого отца. Скажите, пожалуйста, это опасно? Ну, погодите, не стоит волноваться. Давайте дождемся результатов анализов, и тогда поймем все. Не думаю, что это смертельно. Ну, я могу хоть посмотреть результаты анализов. Маша, я здесь врач, и я решаю. Ольга Сергеевна, да что ж такое-то? Просите меня приехать. Хотите оставить меня в больнице? Даже толком не говорите, что со мной и с моим ребенком, знаете? Во-первых, это не твой ребенок. А во-вторых, Марине я все объяснила, и перед тобой отчитываться не собираюсь. А в-третьих, я тебе сказала лечь в стационар. Значит, нужно пойти и лечь в стационар. По медицинским требованиям. Так что давай, иди. В первой палате тебе уже все приготовили. Давай, 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 давай. Хорошо. Вот. Хорошо. Совсем другое дело. Здравствуйте. Летят утки. Летят утки. А выть обязательно? И так тошно.
Девочки, вам можно? Машка, привет. Машка, привет. Привет. Привет, каким Какая ветром. Какая ты большая. Большая, мы растем. Здрасте. У меня аж сердце зашлось от радости, как тебя увидела. А то я тут уже на стену прям лезу. А вы теперь круглосуточно болтать-то будете? Будем. И болтать, и хохотать, и жизни радоваться. Ну и дуры. Я тебе потом расскажу. А что к нам-то? На обследование? Что случилось? Не знаю. Ольга Сергеевна толком ничего не сказала. Я боюсь, как бы с ребенком что не то. Ой. Ну, нет ребенка, нет проблемы. Тебе же проще. Слушай, а с тобой, по-моему, вообще сейчас никто не разговаривает. Нюр, ты чего? Как ты мне надоела, если бы ты только знала. Как вы мне все здесь надоели! Эта грёбаная больница, этот проклятый токсикоз, этот выродок во мне. Вот зачем тебе нужен этот урод? Ну зачем? Ну не родишь ты его, черт с ним, тебе же проще. Да как вы можете? Вы же... Мы, я, вы, Нюра. Да мы в ответственности за них. Нет, ты блаженная. Нет, я видала, конечно, таких, но чтобы до такой степени. Что происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит? Ничего, ничего, все в порядке. Понятно. Тихо. Да у нас у всех так было. То в снег, то слезы. Поначалу это ж гормоны. Так, а ну-ка быстро в свою палату. Ой, я так испугалась. Мне вообще-то не первый раз. Так, отойди. Опять цирк устраиваешь? Неврастенника хочешь родить? Ложись на бок. Я вообще никого рожать не хочу, ясно? Я вам тут не мышь лабораторный, чтобы меня обкалывать. Еще одна такая истерика, и я тебя оштрафую на весь гонорар. Поняла? Да пожалуйста. Пожалуйста, штрафуйте. Значит так, либо ты берешь себя в руки, либо я звоню твоему мужу. Привет, передавайте. Так, а вы что любуетесь? А ну-ка давайте на процедуры. Сволочь. Олег, что сказал врач? Ничего такого, чего бы ты не слышала. А ты ничего от меня не скрываешь? Ты на работу не пошел? Мариш, не волнуйся. Нужно сначала дождаться результатов анализов. Все будет хорошо. Мы справимся с этим. Слушай, я этой истерички на тумбочку поставлю, ну, ладно? Да. Ну, как будто медсестра принесла. Слушай, мне ее так жалко. Знаешь, я слышала, что на первых месяцах, когда перестройка гормонов, бывает такое, кто-то эйфорию ловит, а у кого-то вот такая тяжелейшая депрессия. Знаешь что? Тут дело не в организме. Тут дело называется... Здравствуйте. Здрасте. Не лезь не в свое дело. Понимаешь, вот не готова ты рожать, так не рожай. И нечего было своего мужика слушать. Надо было сразу сказать, денег тебе надо. Ну так иди и заработай. Ну ладно, это долгая история, потом перетрем. Так, ты иди, подожди. Да, я попозже подойду, мне позвонить надо. Алло. Привет, Лен, слышишь меня? Да, Машунь, прекрасно слышу. Так, встряхивать не надо, уже раз 200 все встряхнуто. Мама мне твоя уже звонила. Все, они с Катюхой вечером выезжают в Москву. Ты бы видела малую, глаза такие счастливые. Ой, я тоже так счастлива. Слушай, тут единственная есть одна проблема. Меня положили в больницу на обследование. Я вообще смутно представляю, как я маме про беременность скажу. Но дело не в этом. Мне нужно ей передать остаток денег. Так а что делать? Может, на карточку как-то перевести? Или на счет? Слушай, чего я усложняю? То давай я с ними приеду. Возьму тут отгул с дежурства. Больные без меня потерпят. Дайте, пожалуйста. Очень надо, очень. Давай диктуй адрес клиники. Усиевич 7. Записала? Отлично, договорились.
Приедешь, я тебе деньги передам. Слушай, Ленка, мне надо тебе столько всего рассказать. Я так рада. Спасибо тебе большое. Целую тебя. Пока. Лицо не напрягай. Тетя Анечка, да не волнуйтесь вы. Сядьте, посидите. Господи, как не волноваться-то? Опоздаем. Ну как мы опоздаем? Вы же такси на без пяти заказали, а сейчас еще только без 15. Ну могли ж пораньше подать. Не холодно тебе? Ну что за день такой сумасшедший? Не такси тебе вовремя. Ты еще до Маруськи не могу дозвониться. Ну, Маруська, наверное, на работе. На дежурстве, я думаю. Ой, не знаю, встретят, нет. Тебе не говорила, а? Ну, встретит, я думаю, конечно. Обязательно встретит. Спасибо тебе, хоть ты с нами. Куда ж мы, друг без друга? Страшно как-то, не знаю. Чего страшного-то? Ну, так такой город. Я в Москве, ты знаешь, когда в последний раз была? Аж 80-х. Чего? А ну, заблудимся. А еще вон с Катькой, да с чемоданом. Ой, ну, наконец-то. Так, встали. О! Так, вы сажайте Катюху, а я вещи сейчас возьму. Пойдем. Тихонечко, тихонечко. Такси вы заказывали? Поможете, да? Да, да. Да. Давайте помогу. Ну, вот, сейчас. Садись в машину. Назад, наверное, надо. Сейчас откроем багажник. Так, осторожно. Олег, Марина уснула? Скажи мне, что ты обо всем этом думаешь? Не знаю. Нужно дождаться, что скажет врач. Я не доктор. И на кофейной гуще гадать не умею. Просто я волнуюсь. Не случайно же доктор расспрашивал про всех родственников и нехорошо так смотрел. Ирина Витальевна, давайте не будем нагнетать. Лучше попросите Ксению сделать мне чаю. Она спит уже. Я сделаю. Спасибо. С лимоном. Да, хорошо. Я тебя не разбудил? Нет, нет, что ты? Я очень рада тебя слышать. Представляешь, я только что о тебе думала, а ты как раз позвонил. Сволочь. А чего ты так поздно-то? Ты сработался? Я тебе потом объясню, понимаешь? Тут такие дела. Ты завтра дома. Олег, да, слушай, ты только не волнуйся, но, в общем, тут какие-то проблемы с анализами, и поэтому я сейчас в клинике. Но если ты очень хочешь, ты можешь приехать к нам сюда. Мы с малышом будем тебя очень ждать. Хорошо, я обязательно приеду и постараюсь пораньше. А сейчас спокойной ночи, Маша. Я вас обнимаю и целую. Много-много. Мы тебя тоже целуем. До завтра. Пока. Ольга Сергеевна, вы же опытный человек. Понимает, что решение принимаем не мы. Мы только выполняем заказ. Как-то у вас все просто. Хозяин решил, хозяин заказал. Вы вообще сами понимаете, что вы делаете? Слушайте, я уже устал объяснять вам, почему для наших исследований нужны эмбрионы
более поздних сроков. Сколько ж можно? Это уже убийство. На 6-7 месяце это уже не эмбрион, а живой человек. Живой человек, вы понимаете? Слушайте, а давайте обойдемся без софистики. Можно подумать, что спровоцированный выкидыш на второй неделе беременности – это что-то другое. Я не могу. Нет. А деньги? Деньги получать можете? Мне такие деньги тоже не нужны. Нет. Хорошо. У вас есть всегда выбор. Либо выполнять наши заказы, либо... Ладно. Подождите. Сколько у меня есть времени? Мне нужно подготовиться. Ну, вот это уже другой разговор. Более конкретный. Thank you.